Ну что ж, друзья, вот и закончились российские соревнования по лыжероллерам, которые проходили здесь у нас в городе Белгороде. Все спортсмены выступили. Совсем скоро начнется церемония награждения. Я бы с вами еще пообщался, но я ее веду, поэтому увидимся там. Я побежал вручать кубки. Я знаю, вы сами профессиональный спортсмен, поэтому такой вопрос. Как вы считаете, вот как спорт помогает в жизни? Спорт – это стремление идти к цели и, самое главное, поэтапно добиваться достижения этой цели. За спиной, вы видите, происходит торжественное начало и открытие марафона нации. Очень много людей. Я, соответственно, тоже решил пробежать кросс, не отставать от других. И, как вы видите, я бегу самый первый, потому что я в профсоюзе «Правда», а профсоюз «Правда» всегда первый.